Всем огромный привет! Показываю, в принципе, то, что я хотела купить изначально в глобусе. Это... Сейчас, подождите. Она у меня на самом низу. Я в доме почти все окна перемыла, вот остались только на кухне. Нужна была вот такая вот широкая штука. Это можно ей и ванную комнату мыть, и окна. Я мыла у себя, у меня вот такая вот палка есть и вот такая вот штука. Вот веник, кстати, мне вот такой нужен. Искала веник, не могу найти. У нас в глобусе такого нет вот насадки, чтобы типа использовать как веник. Надо будет искать. В общем, хотела, девчонки, только вот эту вот купить. Потом я покажу, как я мыла окна, девчонки. У нас же там окна сверху донизу. И как я своим ростом их мыла. Сейчас я вам закупку покажу и поеду, ну, опять там все убирать. За это я заплатила 57 евро. Здесь я купила... В последнее время даже нет возможности что-то такое приготовить, поэтому взяла на сегодня вот такую вот лапшу. Это я себе, Рома уже на работе. Такую лапшу, может быть, там когда между делом перекусить виноград. Яблоки такие взяла первый раз, уши чистить, еще виноград, груши вот... И что еще? И два брецеля. Нет, четыре. Ну все, девчонки, закупку показала. И мальчишки, конечно, мальчишки, мужчины. А то опять писали комментарии, почему здоровый столько, привет, девчонки. Я мысленно со всеми. И с мальчиками, и с девочками, и с женщинами, и с мужчинами. Все, вот такая закупка. Какой котик сидит. Ну и что ты тут сидишь? Иди сюда, не бойся. Иди сюда. Куда ты убежал? Убежал. Девчонки, я уже потихоньку перевожу. Но пока начала с цветочков. Перевезла вот этот цветок. Это вот мамин. Здесь пушка, где он лежит. И вот этот вот цветок. Я его поставила вот именно сюда. Вот ему прям здесь место. Но вот у меня он прям дохлый-дохлый. А здесь ему будет хорошо, он больше будет цветочков распускаться, листочков, лепесточков, вернее, господи, заговорилась. Уже чистота и порядок, уже видно, что и пол чистый, ничего вроде бы и лишнего нет. Это должны забрать мужики, кто у нас белил. Так, окна тоже чистые, все чистенько, все, красота. Ну, а я сейчас буду ждать фирму, которая должна привезти Марселькину кровать. Мы уже этот адрес сказали, чтобы привозили сюда, чтобы нам туда-сюда это не перевозить. Мы решили уже этот адрес дать. В общем, с рабочей комнатой я полностью все переиграла. Я вам в каком-то видео говорила, что мы будем делать из... старого стола, который здесь стоял, вот еще старого хозяина. В принципе, стол неплохой, там ножки хорошие, и сама эта рабочая поверхность очень хорошая, но она деревянная, мы такую не хотим, поэтому... А, и говорили, что мы будем покупать другую рабочую поверхность. В общем, все переиграли. В эту рабочую комнату мы поставим Марселькин стол, Марселькин комод и вот этот вот узкий шкаф. Вот это вот будет вся мебель стоять в рабочей комнате. А в Марселькину квартиру полностью берем все новое. У него будет новый шкаф, большой шкаф, где-то 2,50-2,70 вот такой длины. Новая кровать, новый диван будет, новый стол будет, новая тумбочка под телевизор. Почему мы так решили? Потому что у Марсельки только в комплекте одинаковая мебель сейчас стоит в комнате. Это стол, маленький комод и узкий шкаф. Все. Это мы покупали XXL Lutz. По-моему, там, да. Именно такой больше нет. Есть такая же мебель, но серого оттенка. А у него с оттенком коричневым. И будет некрасиво, если будет все это вперемешку. Надо все брать под одно. Поэтому мы решили, что... вот эти вот три части я поставлю в рабочую комнату, а ему возьмем абсолютно все новое. И вот диван, кровать мы уже купили, должны вот сегодня привезти. Вот кровать привезут, и
Должна еще прийти фирма насчет отопления. У старого хозяина был такой договор с фирмой. Я не знаю, как эта фирма называется. Он, в общем, платил им, не помню сейчас, это все надо смотреть, или раз в год одну сумму, или раз в квартал, или каждый месяц он им отправлял деньги. А они раз в год назначают сами день, когда мы приедем и будем полностью проверять ваше отопление, в порядке оно или нет. Если не в порядке, то будут ремонтировать. Это первое. Второе. Например, какая-то произошла поломка. Я могу сразу позвонить, и они тут же приедут. Я у них буду на первое на очереди. Если у кого-то нет такого договора, то они будут как потом ехать к этому человеку, а ко мне не приедут в первую очередь. И вот старый хозяин говорит, вы будете как перенимать вот этот договор, или вы будете расторгать его? Я говорю, ну, конечно, то есть мы так с Ромкой подумали. Наверное, привезли мебель, подождите. Нет, это не диван, девчонки. Ну, в общем, все равно. На чем я закончила? Мы решили, что это себе будем оставлять, потому что это нужная вещь. Ромки часто не дома, он на работе, и если вдруг что случится, я в любой момент могу позвонить, и приедут и сделают. Поэтому это как бы вещь в своем доме, мне кажется, очень даже нужная. Кто-то писал, когда я все успеваю, вот тут все помыть, убрать, почистить и так далее. Ну как, когда после работы, когда до работы. Например, вот эти вот окна все в зале, я мыла в воскресенье. Хорошая погода сейчас, слава богу, стоит. И я вот мыла в воскресенье. И ванную комнату на втором этаже я мыла в воскресенье. Когда время есть, тогда и прихожу, и, вернее, приезжаю и убираюсь. Здесь, в принципе, вся работа только моя теперь осталась. Но мне это как бы не в напряг, мне это нравится, мне это сейчас так в радость прийти, порядок наводить, и видно результат. И, в общем, я очень-очень довольна. А что я вам говорю? Говорю, я же говорила, что покажу, как я убирала этот... Как я окна мыла. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, у меня вот эта вот палка. Первые два окна я вот так вот раздвигала, она очень-очень длинная. И мыла два окна с улицы. Потом я думаю, не, попробую я снутри помыть. А окна у меня высокие, сверху донизу. Вот сюда вот одевается такая специальная, типа вот такой вот. Сюда вот такая здесь липучка. Я вот так брала. Для чего я купила я вот эту штуку? Этой штукой мне будет намного проще мыть окна, вот гораздо проще. И палку я вот эту вот большую, она тяжелая, заменю на вот эту вот палку. Это от швабры. Вот это вот все снимается. Блин, ну снимайся. Это одевается. Все, я буду вот так, она очень легкая, я буду вот так наклоняться и вот так вот буду убирать. В общем, я довольна, потому что эта палка легче, и вот это вот больше места захватывает, чтобы мыть. В общем, красота. А это можно опции, ну это потом по делу, может быть, даже я ее уберу, посмотрим. Фу, все. Ну, окна у меня... Готовы. Абсолютно везде, абсолютно все готово. Марселькину комнату я вам потом покажу. Я все говорю комнату, еще непривычно мне говорить, что у Марсельки квартира своя. Марселькину квартиру я вам покажу чуть попозже. Я имею в виду, там же мы делали ферпуц. Кто-то написал, что по-русски это называется декоративная штукатурка. В общем, там мы в его квартире делали в спальне и в зале декоративную штукатурку. Поэтому там все уже готово. Я попозже все покажу. Ну что я вам скажу? Дождалась я эту кровать. Это не кровать, а непонятно что. Но мы заказывали только вот как каркас, да, называется, без матраса, без стопора. Потому что это мы будем покупать в Хаммере, чтобы там
Марсель полежал, и чтобы ему было удобно, и под его вес подберут. Но я даже картон, если честно, даже показывать не стала и распаковывать не стала. Я Ромке отправила, говорю, в такой маленькой коробке, в такой маленькой упаковке, коробка, да, не может быть нормальная, хорошая кровать. А там на фотографии мы выписывали с XXL, Люц, господи, пока выговоришь. Ну, я говорю, такой детскую кровать какую-то, не знаю. Я померила сам этот картон метр. Ну, что это может быть за кровать? А выписывали 1,60 м. Поэтому сейчас Мастель пришел с работы, и мы с ним едем в магазин выбирать кровать, шкаф, стол, диван и все, да? А и тумбочку под телевизор. Вот. И зайдем еще в Хаммер, посмотрим матрасы, и там тоже посмотрим кровати. Вот. Поэтому, а говорю, что видео не стала даже делать. Мужик его в коридор занес, этот картон или коробку эту, а у нас в коридоре свет, когда белили, еще не прикрутили лампочку. Я думаю, ну и хорошо. С такой коробкой даже не стоит показывать. В общем, едем в магазин. Марсель там часто, не часто, иногда пишут, чтобы хотя бы Марсель помахал в камеру. Ты же себя не показываешь, не хочешь. И вот там кто-то написал, хоть бы Марсель помахал. Все, Марсель помахал. Марсель есть, Марсель существует. В общем, кровать купили. Обошлась 1300. Кровать 1,80 м. С матрасами, один большой матрас, соответственно, он дороже. Дешевле было бы, если два взять. А у нас получилось дороже, потому что Марсель не захотел два матраса, он захотел один большой. И вот эти вот росты, ну, вот эти вот деревяшки вот эти, там какие-то специальные, не знаю, в общем. На матрасах он полежал, все, пробу сделал, на всех почти перележал, на животе, на спине, в общем, и выбрал тот, который ему удобно. Вот. Потом зашли в мебельный магазин. У нас он только один. Это Мебель Босс. Но хочется вот свой дом, хочется взять мебель хорошую. А в Мебель Боссе, ну там, ну не знаю, ну не то что-то. Поэтому завтра. Получается так, что завтра мы едем в Висбаден. Там и XXL Люц есть, и какие-то там еще мебельные. Ну, в общем, посмотрим. Будем смотреть. Кровать, в общем, уже есть. Нам теперь нужен шифоньер. Маленький диванчик. 2 метра, может быть, 2,15. Но не больше. Или угловой, или обычный. Маленькая тумбочка под телевизор. И какой-нибудь небольшой узкий стол для компьютера. Все. В принципе, больше ему ничего не нужно. А, он еще хочет столик. Вот который, знаете, возле диванов. Я такие столы терпеть не могу, а вот ему почему-то нравится, он хочет в свою квартиру вот именно вот такой маленький столик. Поэтому поедем, будем завтра смотреть. Так что в следующем видео или через какие-то пару видео, не знаю, обязательно будет мебель и будет Икея. Мне в Икею, я вот такой список написала, девчонки, что мне нужно в Икея купить. А... Что найду, неизвестно, но хочется очень многое. Все, девчонки, будем с вами прощаться. Соньку вам давно не показывала, да, Сонь? Соньку вам давно не показывала, да. Вот эту вот собакенку, вот эту вот. Собакенку. Картонки, видите мои? Картонки там, картонки тут. Полно, в общем, дурдом. Да, Сонь? Сонь, ты готова к переезду? Ладно, девчонки, всем большое спасибо. Пока-пока.